Ну, я спою такую лирическую песенку для начала. «Белая ночь». Вот осень прошла, настала зима, а я все схожу по лету с ума. А я вспоминаю цветные дома и как зеленела травы махрома, когда мы стоим на Дворцовом мосту. И как это ходило к дворцу, и как это мысль, и дворец вам к лицу. Ах, слава Дворцу! Ах, Боже, какой великий покой! Его даже можно коснуться рукой. Шершавый гранит навек сохранит тепло твоих рук и румянец ланит. Ах, я перешел на возвышенный стиль, я душу опять полетать отпустил. Наверно, пора мне заканчивать стих. Прощай и прости. Спасибо. Ну, первый блин дома, слова забыли. Ну, так как у нас не концерт, то слова забывать можно. Не страшно, мы прониклись. Можем Питеру. Давайте я спою вам песню, соответствующую вот моменту. Такая жизнеутверждающая мужская песня, называется «Песенка Барда». Жить простому барду, деньги сразу улетают, не хватает на виагру, на виагру не хватает. Чтобы было вдохновенье, надо вкусного покушать, а не пить чаек с вареньем, да жену на кухне слушать, что напишь. Без чинзана или стаканчика текила бард не мучит фортепиано, чтобы муза посетила барду, что потусоваться с интересными людьми. Барду надо оторваться с настоящими друзьями, а ничего не остается для прихода новой темы. Бард не может уколоться, как галимые рокмены. Жизнь мгновенно пролетает, ну не лечишь, блин, подагру. На виагру не хватает, не хватает на виагру. Минуэт. Тоже такая питерская песенка. На канале запах ива, белой ночи середина, о поэтах говорила мне красивая Марина. Мимо пары проходили, и дома по небу плыли, и глядели херувимы, будто мы знакомы были. Было тихо, тревожно, шелестел несмелый дождь, и заплакал осторожно у холста седой художник. Это просто невозможно не влюбиться в этот город. Все случайно и ничтожно. Я живу, я снова молод. На канале запах ива, белой ночи середина. Говорите, говорите мне о чем-нибудь. Марина. Спасибо.
Так, эту песенку я вам расскажу, потому что некоторые песни вот есть, которые требуют дополнительного, так сказать, погружения в тему. У меня есть приятель, значит, доктор, Гриша зовут. Он работает в обычной поликлинике, и вот он мне так звонит периодически и, ну, так жалуется на свою жизнь, что контингент ухудшается. Район такой Троицкое поле, такой не очень как бы успешный. Ну и вот по его рассказам я написал эту песню, ему пропел. Он говорит: хорошая песня, все правильно, только ты ее не пой. Я говорю: а почему? Говорю: ну вот ты там про бабушек. Во-первых, ты адрес там сказал, где это вообще. Григорий, я тут один. Ты так про бабушек не очень хорошо. Там, я: слушай, ну как ты мне вообще рассказывал, так я все и отразил. Ну, на самом деле, все это шутка. Он, конечно, человек переживающий. У него самого аритмия вылечить не может. И из-за этого, кстати. Вот. И всех он лечит. Ну, вот такая песня. Ну, и, кстати, вот дальше история. Я ее, честно, не пел, но в диск там включил. И вдруг передают по русскому шансону. Так вот получилось. Кто-то там ее дал на передачу. И он мне звонит, да, говорит: да, все слушают русский шансон. Я, говорит, стал героем на период, вот, так сказать. Все послушали, все здороваются, улыбаются, поздравляют. Но оставили его в поликлинике, никто его, конечно, никуда не выкнул, тем более врачей не хватает у нас, как учителей. Итак, доктор Григорий. В Санкт-Петербурге на Троицком поле в двух остановках от Божьего храма есть поликлиника доктор Григорий и ассистентка сестра Хурцелава. Каждое утро поток маргиналов, вечно живущих на Троицком поле, стойко встречает сестра Хурцелава и легендарный доктор Григорий. Каждое утро злые старухи от бесполезности прожитой жизни жадно хватают Гришины руки и зарезает в Гришины мысли. Каждое утро, как на работу, к медкабинету идут идиоты, чтобы спросить о моче и подносах. У идиотов много вопросов. Как же вылечить глупость и злобу? Как облегчить их страдания и боли? Может, позвать им астролога Глобу, может, и к Богу направить Григорий. Только, наверное, сие бесполезно. Люди на нервах часто нетрезвы, люди готовы бегать по кругу, не понимая сути недолго. Доктор Григорий, вам бы на море, вам бы на волю, веруя в чудо, тихо забрав массажистку с собою. Доктор Григорий, вам бы отсюда, но в поликлинике словно мессия, как на границе честь и слава, ждут пациентов, спасай Россию, доктор Григорий, сестра Нурцела. Ну, раз уж мы пошли по специальностям, сейчас я вам спою песенку, очень старую, еще из социализма, о скульпторе Семенове. Там еще когда вот эти 3 рубля, были эти 3 рубля, на которые можно было купить бутылочку водочки и плавленый сырок. Итак, у скульптора Семена. Все заказали. Итак. Получается, напрасно он испачкался и нервничает зря.
У скутера Семенова в глазах уже качается, и в ящичке у шкафчика осталось 3 рубля. Нелепица, нелепица, такая вот нелепица, и шуткой мерещится по комнате паря. Нелепица, нелепица, не крутится, не вертится, заклинило колесико в начале января. Семенова кастрюли с макаронами холодные, и гадкие их люди не едят. А в шкафчике, где ящичек, лишь средство мочегонное, и серые шершавчики задумчиво глядят. Нелепица, нелепица, такая вот нелепица, и выйти бы проветриться, да страшно вниз по лестнице. Нелепица, нелепица, в окошке муха мечется, попала между стеклами и бьется, бьется ребрами. У скульптора Семенова ничего не получается, напрасно переводит он добротный материал. И сроки все закончились, и жизнь уже кончается. Последнюю надежду он нынче потерял.